Аллея техники и музей воинской славы появятся в Вологде к 70-летнему юбилею Победы. Проект реконструкции парка, расположенного на улице Сергея Примиина, городские власти представили бизнес-сообществу. Ведь строительство запланировано именно на условиях государственно-частного партнерства. Об идеях проекта мы расскажем в нашем следующем сюжете. Парк Победы с его тенистыми аллеями и сейчас излюбленное место для прогулок у жителей микрорайона Можайске. Однако новый городской проект, посвященный 70-летию Победы, призван еще больше оживить эту территорию. Здесь появятся благоустроенные дорожки, кафе, детская площадка и даже специальная аллея техники под открытым небом. Завершение этой аллеи будет флагштоками с памятным знаком на 70-летие Победы. И вдоль этой аллеи мы ставим бронетехнику, минометы, пушки, танки, БТР и военную технику остальную. Переговоры о покупке подходящих видов техники уже ведутся с Министерством обороны. Затем, на втором этапе реконструкции, начнется благоустройство территории парка. Пруд с пешеходным мостом, беседка и детский городок будут расположены в глубине зеленой зоны. Завершит проект строительство музея воинской славы, посвященного событиям и героям Великой Отечественной войны. 70-летие Победы. Мы находимся в преддверии этого великого праздника. Остается чуть более 6 месяцев. Сегодня разработан большой комплекс мероприятий на территории области, который будет реализован к этому великому празднику. И в нашем городе одна из составных частей празднования 70-летия Победы предполагает сделать музей вооружений. Проект реконструкции парка получил активную поддержку бизнес-сообщества города и будет реализовываться за счет муниципальных и внебюджетных источников. Примеры такого государственно-частного партнерства в областной столице уже есть. Это и городской проект «Шеф», и дисконтная карта «Забота», и туристический кластер «На сон город». Все идеи нашей городской администрации, они правильные и продуктивные. И мы в силу своих возможностей, я имею в виду оптико-механический завод, всегда эти идеи поддерживаем. Идея вот приведения в порядок этого парка, она действительно очень важна, потому что здесь мы видим развивающийся район. Здесь собрались небезразличные люди, то есть все на сегодняшний день заинтересованы в восстановлении в городе таких парков, где люди могут отдыхать, ну, в том числе здесь вот такой, можно сказать, направленный парк, что оно идет с одной стороны и воспитание молодежи, то есть память о ветеранах, поэтому я считаю, что это проект такой значимый для города проект, поэтому ему суждено быть. Любой желающий вологжанец может внести свой вклад в сохранение истории. Представители предприятий города предложили провести в парке субботники. Работы на этой территории начнутся совсем скоро, а первый этап реализации проекта должен быть закончен в октябре этого года. Александра Шер, Максим Тышковец, Вологда Портал.